Всем привет, мы продолжаем проходить Айзека, и что же нам делать-то, пол хп, это сила, да? В принципе, да. Ну дайте мне хпшечку, ой. Блин, генерируешься зомби, это самое ужасное, что может быть вообще. Так, последняя попытка на харде, и все, и следующая будет уже на нормально. Обещаю. Честно, честно, честно. Ну, овки, если мы не пройдем. Хотя бы там до какого-нибудь 5-го, 6-го левела. У нас следующая попытка будет на нормале. Странные пауки, блин. Сидит в какой-то херне своей, блин, пауков спамит, а? Ну что за хрень, а? Поспешил. Поспешил, людей насмешил. Ты правильно, хороший пословиц. Умная. Чё? Ух, ё, пернатый бабай. Вот это красавец, Айзек, вообще. Красавец. Ой, как вас мало-то, а? Ой, как вас мало. Ой, как вас мало. Да ладно, Айзек ваш, смотрите, посмотрите на его морду. На рожу. Это ж, блин, один из вас вообще. Как вы на него агритесь-то, блин? Стопудово ваш. Блин, ты да я... Это же жесть полная. Ну что, идем босса его лупить по заду, да? Ой, нет, 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 да, вот тебе и нет. Естественно, да, какие нафиг нет могут быть, когда, блин, я так сильно нубашу из-за того, что, блин, ну, увлекаешься, хочешь побыстрее, чё побыстрее, надо просто не спешить. Стоишь, не спешишь, бьешь. Стоишь, не спешишь, бьешь. Вот и все. Минус один. Сейчас второго даже. Ой! Он сиганул. Хорошо, что ничего не отняло. Не попал он. Блин. Хорошо, что ничего не отняло, говоришь, да? А зачем вообще так быстро к нему подходить? Можно бегать просто вот так. Просто бегать и стрелять. Сюда, туда, туда, сюда. Да и пофиг. Ну да, дольше будет, ну и что? Зато жизнь не потеряешь. Ну, сами все видите. Вот, пожалуйста. Я бы не потерял ничего. Ну, блин, надо было потерять. Естественно. Ура! Взяли помаду, и Айзек наш стал выглядеть хотя бы более-менее напоминающим как-то. Что-то человеческое в нем проснулось.
Ну и рейндж увеличился. Что тоже неплохо, в принципе. На разных мобах, типа вот этих. Зачем? 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 Я сам не знаю зачем. Вот зачем? Сложный вопрос, на который нет ответа. Который просто ни хера нету ответа. Ну, в принципе, это будет конец нашего путешествия на хардкоре. Ну ладно. Оно было веселым, по крайней мере. Ну да. Ой, не-не-не-не. Ну, к сожалению, надо признать, что я нубас полный, причем. Ну, хардкор я эту игру не могу осилить. Даже не знаю, там до четвертого мы доходили вроде, да, но не дальше. Или до пятого, может. Я не помню даже. Ну, не важно. В общем, четвертый лайв он на харде, это позор. Просто позор. Полный причем. Что и на нормале не пройдем, вы что думаете? Да, намного, конечно, меньше надо бить мобов. Заметно прям. ХП у них там на харде раза, наверное, что-то не в 3 больше. В 2-то точно. Да, может, кажется просто. Я куда-то телепортнулся, взял 2 ключа. Ну круто, а как, где выход? А вот он. Блин, даже на норм. Даже на нормале я хренью занимаюсь. Ой. Здесь ничего плохого мы не взяли. Чё, мы какашки теперь откладываем, не понял, что? Босса идем гасить первого уровня, надеюсь, мы его без плотверга загасим. Это хз, я даже сказал, хз, хз, хз. Блин, тупизм. Полный причем. Полнейший, блин, идиотизм. Куда? Чего я делаю? Ну да.
Ну, то есть особо нормал, да, не отличается от хара для меня сейчас. Я не знаю, просто как я прошел эти 5 уровней, и сразу все что-то случилось, видимо. Не, это жесть какая-то полная тут. Поехали за этого типа сыграем. Лазурус какой-то. Может, меня зайзика тупо не прет, не знаю. Бывает. Взяли ножик, зашибись. Лучше ножик. Не какая-то. Перо даже взяли, не ножик, понятно. Хрен я возьму без, блин, бомбы. У нас типа одна попытка, что ли, x1 стала. Вот типа такой, а, да, мне говорили, что один какой-то типчик. У него типа бонус воскрешается с одним сердцем. Раз. Ну, такой бонус на самом деле. Легчайший босс. Если я тут хотя бы пол сердца потеряю, то я вообще полный на босс. Сдохнет уже. Тоже 7 уровней, так что неважно за кого, видимо, начинать играть. Ну, не так важно. Может быть, это больше как-то можно двигать, но я не знаю как, поэтому. Я взорвал там, где они были. Ключей нет, мин нет, бомб, не знаю, называйте как хотите. Бомба, да, понятно, что похоже на бомбу больше. Why? А куда идти? Ой, бляха-муха. У меня слов нет. Просто нет слов. Просто нет слов. То есть я теряю, что на хардкоре, когда сложнее, да, жизни на хрени разные. В основном своем. Что тут? То есть пофиг. Не знаю, куда хрень взял, но пофиг вообще. Бомб нет, все равно сундук открыть нечем, к сожалению, второй босс. Ага, использовал что-то, а толку мало, да? Я понимаю.
Босс не зажимает, когда их двое. Это два червя этих. Просто убегаю и все. Чё тупить? Чё выдумывать-то, блин? Есть же, смотрите. Просто жесть, реально. Такой хрень жизни теряет. Рейншоп. Ну хотя бы рейншоп. Тут. Ключ. Локап. Что означает локап? Что мне будет вести, блин, дико? На что мне будет вести? Ничего нет, что это обойду? Толку. Ну хорош пердеть. Стрелоки, что ли? Зачем он был? Зачем надо было близко так подходить? Я не понимаю, зачем? У нас рейндж повысился, еще к тому. Ну вот и все, и так и надо было делать, блин. Идиотизм. Необъяснимый абсолютно. То же самое, вот один в один хрен. Зачем я это сделал? Хрен его знает. Я не знаю. Что потерял? Я потерял сейчас сердце ни на чем. Абсолютно. Куда ты подходишь? Жестоко. Ну, сейчас сдохну только вот на этой какашке осталось и все. И зашибись будет реально. Радуга. Ну, зашибись, мне жизнь восстановила. Подумал, блин, ну на тебе нубас, жизни восстановим, а то ты совсем нубас. Ну, один хрен их потеряю, так что это не важно. Мне, кстати, еще сердце надо, ну, действительно. Ну, басу, типа, на тебе, блин, ну, бас. Жизнь, на тебе, блин, ну, бас, сердце. Блин, я на нем не должен ничего терять, абсолютно. Хотя бы тут так. Куда, наверное, более легкого, блин, моба найти, который просто за тобой бегает медленнее тебя, ничего не делает. Ключа жалко, нет? В дверку вот зайти золотую. Пойдем. Босс убить. О, это ты. Это ты? Блин. Совсем забыл. Круто. Способность, а? В говно превращать мобов, да? Хорошая способность. В говно мобов превращать. Реально хорошая. Чё я творю?
Блин, стоять на месте. Ну, Баша, не тупить. Вот. Блин, стоять на месте. И не тупить. И не тупить. Бля, хамуха. Ой, тихо. У меня же это есть, типа, да? А, я с одним сердцем рисаюсь. Ёпки первый стоит. А толку? Тогда. Нет, а толку нет никакого. Чё там с одним сердцем рисунулся? Так нечестно. Позорище просто. Куски гамана. Намного, блин, скиловения. Вот эти, которые ползают. Ну, я смысла большого не вижу, с одним хп там что-то делают, ну, и с одним сердцем, ну, посмотрим, попробуем. Давай взорвемся нахуй, да, зашибись. Все-таки Айзек. Не, ну на нормале мы пройдем, рано или поздно. Так, я уверен. Если они не будут тупить так сильно уж. Но мы ему должны подходить. Ага, к боссу сразу, ну ладно. Поделаешь. Назад прыгает так вот мощно. Изи. Что мы сделали? Я не очень понял. Сердце, что ли? Какой-то паукан за мной летает. Ну, в принципе, пусть летает, я не против. Пусть ему нравится.
Бля, что делать, сложно, смотри, очень сложно. Ужасно сложно. Заходим дальше. Очень сложно. Ну реально. Что-то там найс. А, оба! Мы типа без одного этого прошли, и смотрите. Зашли в ту комнату, о котором кто-то говорил. А, ну да, мне говорил как раз Димыч про комнату про эту. Типа, если уровень без удара проходишь, то открывается тайная дверь. А мой паукан, кстати, бегает, взрывает мобов. Так что это круто. Без вопросов. Ну, еще хп немножко. Ну, то есть сердце. Сердца. Ну, взорвись, что ли? Хотя уже не надо. Едем дальше. Ой, пауки, пауки, взрывай, вот пауков взрывай, давай, 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 давай. Давай, пауков, рви, рви ты их нахрен, да рви ты их. Ну ладно, не надо. Фиг с тобой. А еще монеты, монеты, больше монет. Ой, было неприятно на самом деле. Я просто не ожидал. Дорви ты. О, хорош. Ну, злобные червяки, блин, мелкие, но злобные. Хорош. Неплохой спутник. Мне нравится. Ой, а это что такое? Какие у тебя спецспособности? А, помню, помню, помню. Очень сложно. Ай-яй-яй, босс. Ну, когда кидается вот эта хрень особенно. Да блин, покуп. Тихо. И он крупный катакомбс. Понятно, что анлокит, блин. На боссе так затупил просто. Первое начало нормальное, но вторая половина была просто ужасная. Хорош там, блин, взрыв пакета не кидаться. Попади ты в него. Косой, где косой? Жесть. Увернулись по красоте. Взяли сердце, пошли дальше. А вот тут-то по красоте не получится, я же нубас. Меня спас паукам. Ну кто ж по красоте, это не очень получится. Я же настоящий нубас. Ёперный бабай. Айзек. Каким ты только что был. Шприц. Еще шприца не хватало. Ну хотя спид и рейндж ап. Кому он еще мешал? Так, пусто. Наш Айзек начал насыться как просто, не знаю. А давай открывайся, да?
Да откройте эту сим-симка. Давай так сделаем. Что за бред-то? Ну что за баг, глюк? О. Давай, открывайся. Ай, слишком быстро. Мы справились со скорой. Ой, блин, глупость, 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 глупость. Айзек сейчас слишком быстро двигается. Не рассчитала траекторию два раза. Его движение. Да блин, хорош ходить, высовывайся. О, ты тоже высовывайся. Ну блин, ну ты 3 часа будешь ходить. Ходок, блин. Давай, 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 ну не тупи. Блин, не успел. Да... Что я творил, а? Вот что я творил? Просто жесть какая. Ну да норм, тут до хрена хп падает. Поэтому как бы за это не особо наказывают. То, что я тут творил. Тем и хард был интересен, потому что наказывали за каждое. Ну как и надо на самом деле. Ой, блин. Можно было не увидеть, блин, шипы. Это же пипец просто. Три жизни и... О, я помню, 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 помню. Ой-о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 й. Бахай ты уж в него, а. Блин. Я ж помню, что он делает. Давай, рви. Отлично. Блин, еще одно сердце потеряно зря. Хп-ап. Куш ты страшный, Айзек. Пятый левел. В принципе, это все. Ну или почти все. Вот это все. Ну, чё за долбоёжик-то, а? Вау, это что такое? Это типа мы выжили, да? Ну ладно. Ух ё. Ух ё. Ух ё. Ух ё. Еще взяли помощничка. Ай,
Я перепутал, короче. Это он став в каждой комнате, что ли, можно будет превращаться этого хрена нормально себя чувствовать относительно? Нет? Или пока сердце не возьму? Похоже, пока сердце не возьму, да? Вот пойти здесь. Пойдем купим что-нибудь. Ага. Повторы жизни плюс босс. Ну я не убью такого босса за 1,5 хп, мне кажется. Блин! Ну ладно, будем пробовать на нормально пройти. И постараемся, я думаю, получится. Большое всем пока спасибо и пока.